отношениям к мужчине и женщине я отношусь не так, как большинство. Мужчин воспитывают у нас таким образом: государство, школа, садик, мама, жена и тому угодно, что мужчина всем должен. Это существо, которое просто живет только для того, чтобы бабе было хорошо. Ничтожество, которое должно удовлетворять женщину. Все. Все женщины, они одинаковые. Они только берут. Женщины, как правило, пока ты нужен, пока ты удобен, пока ты выгоден, она с тобой. Как с тобой что-то случается, ты заболел, там, не дай бог, там, в тюрьму сел, там, еще что-то. Короче, как ты делаешься геморрой, она тебя сливает. Все, нахуй, следующий. Вот правда жизни. Каждый мужчина проходит через эту стадию. Он умнеет только после 40 лет, когда он понимает, что все, что он вкладывал в жену, в детей, все это воздух, пых! Это был салют, который прогремел, и все. А ты сейчас стоишь с этой хлопушкой вонючей, который дымит, и все, и вокруг ничего нету.